Кандидат в народные депутаты от блока Петра Порошенко по 170-му мажоритарному округу Анатолий Радзинский уверяет, что против него в избирательной кампании используются черные методы борьбы. В Московском районе используются самые грязные технологии избирательные. Это регистрация моих двойников, листовки с абсолютно неправдивым содержанием обо мне. Листовки, наоборот, которые призывают людей в возрасте проходить километры за несуществующей материальной помощью. Анатолий Радзинский сообщил, что противопоставляет грязным технологиям борьбы против него, как кандидата в народные депутаты. Я отвечаю на это просто. Я подписал меморандум с движением «Честно», которое будет контролировать мою избирательную кампанию для того, чтобы продемонстрировать всем, что я открыт, честен, и меня полностью можно проверить, готов ответить на любые вопросы. Антон Сушкин, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости».